Здравствуйте, меня зовут Садриева Ольга. Это моя дочь Дарина. Мы живем в Электростале Московской области. Так как наш папа военный, мы можем переехать в другой город. Даше чуть больше 6 лет. У нее редкое заболевание – синдром Ретта. Оно связано со спонтанной мутацией гена. Болеют только девочки. Мы 2 раза делали генетический анализ за свои деньги, недешевый, но мутацию так и не обнаружили. Генетики нам рекомендуют продолжить поиски мутации. Для этого нужно сделать еще более дорогостоящий анализ. Но это не главная проблема. Главная проблема – это отсутствие обучения и социализации. Дарина все время дома со мной, поэтому мне пришлось бросить работу. Девочек с синдромом Ретта не так уж много во всем мире и у нас в стране. 70 человек для многомиллионного государства – это немного. Но нам, родителям, от этого не легче. Если такие девочки живут, то давайте создадим им достойные условия. Давайте изучим опыт Швеции, Финляндии и используем его. Ведь отношение к особым детям – это показатель уровня развития государства и каждого человека. Очень мало врачей, педагогов и психологов слышали о синдроме Ретта, и поэтому, когда сталкиваются, просто не знают, что с нами делать. Дарина 2 раза в неделю посещает местный реабилитационный центр, но ни психолог, ни дефектолог с нами не занимается. В крупных городах, ну, в основном это в Москве, девочки с синдромом Ретта посещают интегративные группы детских садов, лейкотеки, даже учатся в школе или занимаются с учителем на дому. Но это частные случаи, а хотелось бы, чтобы была создана система образования и социализации таких детей. Мы редкие, но мы есть, и вместе мы сила.